Друзья, всем привет и добрейшего времени суток. Как вы уже, скорее всего, поняли по заставке, у нас сегодня видео будет не про хутор, а намного интереснее. Так что, друзья, приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее, делайте себе чаек с бутербродом и наслаждайтесь. У нас есть вот такой ясень. С ребятами вы, наверное, уже знакомы с канала «Хутор у Юры». Вот, сегодня будем пилить ясень на слэбы. Оно пропорционально смотрелось. Да, он будет длинный, но его потом обрежешь в любом случае. А так лучше уже пилить там чуть с запасом. А вот это? Вот эту развилку. Thank you.
40 лет. И думал, что он сгниет все вот тут. Да нет. Так куда он, я камень стал, бляха. Это кусок нового ствола. Тут приехал той. Ты рассказывай, рассказывай. Ладно. Я не фотографирую. А эту конструкцию покупали или сами собирали? А? Эту конструкцию покупали или сами собирали? Сами собирали. Где-то там тоже подсматривали в интернете, да? Как правильно? Да. Прикольно, молодцы. Мне тоже нравится с деревом что-нибудь делать. Блин, это отвертка на улице. А? Под домик какие привезти? Ну да, лучше что-то такое привезти, потому что... Более ровно, чтобы на землю как-то не хочется. А нет, ну конечно, даже с земли брать неудобно. Нет. Так вот, что-то подмастить. Если есть поддоны, то поддоны вообще. Так вот.
раньше был. Все, начинается красота. Бак. Литр. Литр. И сколько хватает на баке слэбов? Ну вот, получается на полтора слэба. Нормальный расходник такой. У нас сегодня, друзья, будет шутное видео. Без комментариев. Одна работа.
А? Неудобно. Неудобно? Копил почистишь. Ну я хоть чуть-чуть. Так, это ты чего? Будут тут распахиваться везде, туи будут сидеть. Ребята туями занимаются, поэтому им надо побольше площади, да, полезной. Сейчас, секунду, помогу. Что, давайте, ребятки, вчетвером. Такая плохая. Заходите вы. Переворачиваю. Манька, отходи от тут. Вот сейчас будет. Вот сейчас будет самый большой, да? Да, ну вот один. Вот сейчас будет таких два хороших. Середина сейчас будет, да? Да, стекло красиво. Да, просто бомба. Это вот сучки, да? Ага. Хорошо. Когда-то. С каждым срезом все красивее и красивее. Так вот, и сколько ему надо еще сохнуть? Так вот, свежий слэп сделали, сколько ему надо сохнуть? Ну, будет хотя бы полежать. Просто вот так вот, да, положить куда-нибудь, чтобы он лежал. Его тоже надо переложить ровненько. Переложить в тенечек где-нибудь. Торцы на любителя можно закрасить, не закрасить. Вообще, да, лучше, да, закрасить. И в тенечке покрывать. Вообще, готовое изделие не раньше, чем через год, да, если вот так. Ой, вот. Нет. Еще потом даже. Сушилка, еще в сушилке он должен. А это он так должен сам полежать, и да, годик, потом еще в сушилку, да? Да, потом еще в сушилке. Хотя бы 3 цикла. Не так-то и легко, да? Как на первый взгляд кажется, ну, с перила, да, сделал, да? Не так уж и просто. И сам попробовал, да, потягать? Да, увесистые, да. Да, весит он. Вот такой вот долгий процесс, чтобы в итоге получилось красивое изделие. Но это того стоит, по-любому. Ну все, друзья, я уже на хуторе. Вот растопил печечку, сейчас сделаю чай себе. Напилили мы слэбов немного, все дерево не попилили за раз. Попилили один его кусок только.
Так что у нас продолжение следует. А для вас я даже не знаю, в принципе, одно и то же видео снимать, я думаю, нету смысла. Все и так понятно по первому видео. Так что, друзья, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А вам всем всего самого хорошего. Всем до скорых встреч. Пока.